Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в одном из густонаселенных районов города Краснодара, как по численности населения, так и по домам. Их здесь немалое количество. Тем не менее, у этого района есть огромный жирный плюс. Это трамвай, который довезет вас практически в любую точку Краснодара. И речь в сегодняшнем видеообзоре пойдет про жилой комплекс «Лучший», который находится на улице Петра Метальникова. Ну а с вами ваш Ёлкин Алексей, компания «Ассоциация застройщиков». И мы начинаем. Что здесь по инфраструктуре? Ну, во-первых, я сейчас нахожусь на территории торгового центра «Стрелка», который расположен буквально в 10 минутах ходьбы от комплекса. Дойти до него можно по подземному переходу, то есть в безопасности. И здесь есть все необходимые магазины. Это «Магниты», «Пятерочки», аптеки. В общем, как и в любом другом торговом центре. И если здесь вы не найдете необходимую для вас вещь, можно пройти в соседний торговый центр «Мандарин», либо в другой торговый центр, которых здесь достаточное количество. И если все-таки даже здесь не найдете необходимую для вас вещь, можно доехать до торгового центра «Красная площадь», который находится в 10 минутах езды на машине. Дорожно-транспортной развязки здесь, как я уже сказал, есть и трамвай. Вот он, кстати, и проезжает. Его остановка находится рядом с торговым центром «Стрелка», и добраться сюда можно также по подземному переходу, то есть в полной безопасности. На нем можно доехать как до центра города буквально за 25 минут, так и практически в любую точку Краснодара. Но, естественно, куда-то придется ехать чуть дольше с учетом пересадок, но это намного лучше, чем по пробкам в часы пик города. Как я уже сказал, жилой комплекс «Лучший» находится на улице Петра Метальникова, которая имеет пересечение с Ростовским шоссе, по которому можно выехать из города, а также там находится один из крупнейших строительных магазинов «Бау-центр», в котором можно купить не только строительные материалы, если делаете самостоятельный ремонт, но а также мебель для дома. А также Петра Метальникова граничит с улицей Российской, которая соединяется с улицей 40-летия Победы и ведет к знаменитому парку Галицкого. Кстати, я знаю, что многие даже и не слышали об этом парке, поэтому я настоятельно рекомендую всем приехать в Краснодар и обязательно посетить это красивое место. Комплекс «Лучший» состоит из двух очередей строительства. Первая уже полностью распродана, а сегодня как раз речь пойдет про вторую очередь строительства, которая состоит из 12 жилых домов разной этажности, от 15 до 19. И помимо этого, как я уже сказал, в комплексе будет реализовано два детских сада на 300 мест и одна школа на 1550 мест. В рамках комплексного развития территории застройщик возводит и оборудует данные социальные объекты, уже после передает на баланс муниципалитета, и этим всем можно будет пользоваться, всем жителям данного комплекса. На территории второй очереди будет расположено целых 10 спортивных зон, то есть это баскетбольная площадка, футбольное поле, теннисные корты, различные тренажеры, зоны отдыха для родителей, чтобы вы смогли наблюдать за своими детками, когда они играются. А также здесь будет находиться и зона для медитации. Это очень круто, потому что после загруженных рабочих дней всегда хочется провести время в тишине и спокойствии, а здесь это предусмотрено. И для тех, у кого есть домашние питомцы, здесь предусмотрено зона dog-friendly, где вы можете не только гулять с питомцами, но также их и дрессировать. Технология строительства здесь применена монолитно-перекрестно-стеновая. Внешние проемы домов заполняются газосиликатным блоком 200 мм, утепляются минеральной ватой 70 мм и облицовываются вот таким вот керамическим кирпичом в природных светлых и темных тонах. Все входные группы будут сквозными, то есть на два выхода и входа, и в каждом доме будут установлены по два лифта, это пассажирский и грузовой. И на каждом первом этаже будут расположены коммерческие помещения, кроме первых трех домов, которые расположены рядом с дорогой улицы Петра Метальникова, потому что там будут на трех этажах коммерческие помещения, и все жилые квартиры будут начинаться с четвертого этажа.
Сейчас я нахожусь в лифтовом холле, и что мы сразу здесь видим? Ну, во-первых, это два отделения для лифтов. Один грузовой, другой пассажирский. Помимо них здесь будет колясочная, чтобы не тащить все в квартиры, лапомойка для ваших питомцев, а также зона ожидания, чтобы ваши гости могли вас подождать, пока вы спускаетесь из квартиры. Что здесь будет по отделке? На полу и на стенах будут установлены керамогранитные панели, потолки будут отштукатурены, и в потолках будут установлены такие горизонтальные проемы, в которых как раз и будет освещение. А также здесь будут и зеркала, чтобы вы могли еще раз посмотреться в зеркало, когда вы ходите на улицу, и забрендированное такое панно с забрендированной символикой жилого комплекса «Лучший». Ну, а мы идем дальше. Сейчас я нахожусь на жилом этаже, и здесь сразу в глаза бросается это просторный широкий коридор, и пространство между квартирами здесь порядка 2 метров, а это значит, что пронести крупногабаритную мебель в квартиру не составит труда. Помимо этого, что мне нравится в этом комплексе, это планировочные решения, как студии, так и однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры, здесь их большое количество, и они все разные. И чтобы посмотреть все эти варианты, переходите к нам на сайт компании Ассоциация застройщиков, ссылка будет в описании, смотрите планировки и актуальные цены, они там обновляются ежедневно, либо звоните мне по номеру телефона, который сейчас видите на экране, я обязательно решу ваш жилищный вопрос. Ну а что мы видим дальше по этажу? Здесь будет слева от меня установлен коллекторный шкаф, от которого будут проходить как раз магистрали в квартиры под стяжкой пола к радиаторам отопления, и в случае, если вам жарко, вы сможете перекрыть на счетчиках вентили и тем самым экономить на коммунальных платежах. Также будут установлены и стандартные щитовые, в которых будут установлены счетчики для квартир, и, конечно же, система сигнализации с гидрантами пожаротушения. Ну а сейчас мы с вами посмотрим квартиры, как вы будете их получать, но мы посмотрим их в черновой отделке. Но получать вы их будете в предчистовой, то есть со штукатуркой, со стяжкой пола и с разводкой электрики. И помимо этого здесь можно заказать ремонт. Стоимость ремонта 10 тысяч рублей с квадратного метра. И чтобы я смог для вас посчитать, сколько будет стоить та или иная квартира, звоните мне по номеру телефона, и я обязательно вам это сделаю. Ну а сейчас мы идем в квартиры. Площадь данной квартиры 49,3 квадратных метра, и она действительно огромная. Сейчас она в черновой отделке, но при покупке квартиры вы получаете ее либо в чистовой отделке, либо уже с ремонтом. И чтобы узнать, сколько это будет стоить, звоните мне по номеру телефона, который видите сейчас на экране, либо пишите в WhatsApp, я обязательно вам помогу. А также можете зайти к нам на сайт компании Ассоциация застройщиков, там актуальные цены и наличие планировочных решений обновляется ежедневно. Ну а что по квартире? Заходя в нее, мы попадаем в такой гигантский коридор площадью 9,4 квадратных метра, откуда есть вход как в гардеробную, куда вы сможете расположить все свои вещи, и не нужно будет в комнате искать место, куда установить шкаф. А также есть выход и в комнату, и в кухню, и в санузел. Пойдемте его как раз и посмотрим. Санузла здесь 4,68 квадратных метра, и он довольно большой, поэтому здесь хватит места для всего. Сразу в глаза бросается вот такой вот вентиляционный канал, выполненный из керамического кирпича. Это не газосиликатный блок, это не керамзитобетонный блок, которые имеют пористый материал и впитывают в себя и жиры, и влагу, и через 5-7 лет, зайдя в такой дом, будет стоять ужасный запах, как будто это старый дом. А здесь именно керамический кирпич, который имеет водополгощение до 1%, и ужасного запаха здесь не будет. Здесь можно будет установить ванну, за мной поставить санузел, туалет, и установить раковину. Коммуникации здесь еще не проведены, так как идут ремонтные работы, но в дальнейшем здесь проведут и трубы канализации, и трубы холодной и горячей воды с импульсными счетчиками, которые будут поставлять все показания в управляющую компанию, и вам с этим не нужно будет даже заморачиваться. Пойдемте дальше. Сейчас я нахожусь на кухне, ее площадь 14,43 квадратных метра, и на данный момент она в черновой отделке, но получать вы ее будете именно в предчистовой. Что это значит? Это значит, что стены будут отштукатурены, на полу будет выполнена стяжка пола, под ней будут проходить трубы к радиаторам конвекторного типа, они также будут установлены, и будет выполнена полная разводка электрики, вы ее сейчас можете видеть. Что немаловажно, здесь между соседями установлена монолитная плита, это значит, что звукоизоляция будет хорошая, и на нее можно будет повесить крупногабаритную мебель. Здесь установить кухонный гарнитур, поставить обеденную зону и комфортно проводить время с родными. А также здесь есть выход и на лоджию, точнее балкон, который мы с вами сейчас и посмотрим.
Площадь данного балкона 8,3 квадратных метра, но при покупке квартиры вы платите только за половину площади, потому что он считается по коэффициенту 0,5. Это очень хорошо. Балкон довольно большой, он ленточного типа, то есть с одной стороны можно установить рабочую зону, а с другой стороны поставить зону отдыха и хорошо проводить время. Что немаловажно, здесь будет установлено французское остекление, то есть 60 сантиметров кладка кирпича, как можете видеть, от пола, а далее будет установлена оконная рама. Поэтому света в помещении всегда будет достаточно. А сейчас пойдемте посмотрим комнату. Площадь жилой комнаты 16,64 квадратных метра. И между соседями здесь также установлена монолитная стена. А это значит, будет хорошая звукоизоляция, и сюда можно будет повесить крупногабаритную мебель. Но межквартирные перегородки, межкомнатные, прошу прощения, выполнены из газосиликатных блоков. То есть монолит между соседями и газосиликатные блоки между комнатами. И что немаловажно, здесь применен демпферный материал с закладными, так как у нас в Краснодаре сейсмика 7-9 баллов, в случае, если будет качение, стены устоят. На месте, где я стою, можно будет установить рабочую зону, на месте оператора поставить диван, повесить телевизор и комфортно проводить здесь время. И также здесь всегда будет светло, потому что здесь установлена расширенная оконная рама. Парковочные места в комплексе реализуются по всей территории, как во дворах, их там будет небольшое количество, так и вот здесь, где я нахожусь, от улицы Петра Метальникова до первых трех жилых литеров. Здесь их будет аккумулировано порядка 2600, а также в первых трех домах будет расположен и подземный паркинг, и первые три этажа будут коммерческими, в отличие от других домов, где коммерция будет только на первых этажах. И даже при загруженности этого района здесь коэффициент парковочных мест 0,8. Что соответствует новым жилым комплексам Краснодара. Друзья, жилой комплекс «Лучший» – это последний комплекс, который реализуется в районе Петра Метальникова. Его ликвидность обеспечивает трамвайная ветка, транспортная развязка, большое количество торговых центров, их здесь действительно много. И вы часто спрашиваете меня в комментариях, пишите мне, чтобы я назвал вам цены квартир, которые показываю. Но, к сожалению, на момент записи видео, до момента его выхода, может пройти немалое время, и цены будут неактуальны. Поэтому, чтобы знать все актуальные цены, актуальные планировочные решения, заходите к нам на сайт компании Ассоциация Застройщиков, ссылка будет в описании, и можете их там посмотреть. Либо позвоните мне по номеру телефона, который видите сейчас на экране, можете также написать в WhatsApp, я обязательно подберу для вас идеальный вариант. А также подписывайтесь к нам на телеграм-канал, мы регулярно выставляем там уникальные предложения от застройщиков, которые они дают буквально на 2 дня. Ставьте пальцы вверх, нажимайте на колокольце, пишите в комментариях, понравился ли вам данный видеообзор. Ну а с вами был я, Ёлкин Алексей, компания Ассоциация Застройщиков. Со мной все получится, ребят. Всем пока!